25 декабря в школе искусств «Гамма» пройдет благотворительный концерт «Рождественское чудо» в поддержку нашего земляка Дениса Смирнова. 4-летнему мальчику с диагнозом «ранний детский аутизм» необходимо лечение в клинике Санкт-Петербурга. Денис Смирнов нуждается в срочной реабилитации. Семья мальчика активно борется с его диагнозом «ранний детский аутизм». Сумма сбора для восстановления Дениса изначально составляла более 900 тысяч рублей. Большая часть средств уже собрана, осталось добрать 176 тысяч. Ансамбль «Благодать из Тотьмы» на волонтерских началах приедет в наш город с концертом «Рождественское чудо», чтобы поддержать Дениса. Настоящая музыкальная сказка для детей и взрослых заставит верить в лучшее и подарит атмосферу праздника. Вход для зрителей будет свободным, а уже в течение концерта каждый желающий сможет внести свой вклад в благое дело.